Даже на прогулку с маленьким сыном она берет роликовые коньки. Антонина Потапова уже 15 лет увлекается роллер-спортом. Все началось с подарка деда. Теперь в ее гардеробе коньки в одном ряду с обувью. Не первые ролики я покупала специально для тренировок, потому что я участвовала в соревнованиях в российского масштаба, в чемпионате России. И как бы я покупала их специально, чтобы занимать призовые места. Этот вид спорта называется фристайл. Своеобразное фигурное катание, но только не на льду, а на асфальте. Антонина первой из саратовских девушек добилась в этой дисциплине результатов. Поэтому и первый рекорд тоже принадлежит ей. Мы учились по видеороликам по-французски, пытались пробовать какие-то трюки, ездили в Москву на соревнования. И так потихоньку в Саратове зародился фристайл-слалом, прыжки в высоту, фрискейтинг. Еще один рекорд, которым гордится Антонина. Выше нее в Саратове никто не прыгает на роликах. Есть в экстремальном виде и такая дисциплина. Результат 91 сантиметр она установила 4 года назад. Этот рекорд не побит до сих пор.